Друзья мои, 21 год почти завершился, и наш канал никак не может остаться в стороне от этого события. Новый год и все такое. Вот, даже электровоз и тот номер себе приделал 2022. Надо бы и нам порадовать зрителей правильным роликом. Для этого, как и в прошлом году, тпхнемся в музейку инженерного центра, где расположился совершенно уникальный макетос с тепловозами и плюшками. Тарам! Во, получилось. Видите? Ёлочка. Но не она сегодня будет гвоздем программы, а тот самый макет, который мы уже изучали год назад. Посмотрим, что изменилось на нем и добавилось за отчетный период. А вот и он. Шо делает? Смотрите, чмуха! Прекрасные модели в 45-м масштабе от Павла Саичева. А там... Ой, это же 2Т10Л. Аппарат легендарный, чуть менее чем полностью. Мы, кстати, на него делали отдельный обзор. Посмотрите, если еще не чекали. Кажись, ЧМ-2 идет слишком быстро. Ой-ой, кажется, ему сегодня не везет. Тарам! Так, схода нет, уже хорошо. Ах ты ж, луганка расцепилась. Тормози, шеф, тормози. На самом деле, это вам показалось. Никакого саморасцепа не было. Вот, я очевидец. Прошу вас. Друзья мои, если кто не в курсе, весь подвижной состав сделан дедушкой Павлом своими вот руками, практически на коленях. Потрясающе, правда? Но не будем отвлекаться. Мы же хотели посмотреть, что изменилось и добавилось на макете за год. Начнем с СЦБ, что ли. Светофоры теперь запитаны. Светятся, что твоя гирлянда? И карликовые, и мачтовые. О, ЧМ-3, привет! Вертушки везут куда-то. Класс! Появилась английская стрелка. Вот, тут были земляные работы. И глядите, от этой стрелки пойдут еще два пути. Пока они заканчиваются тупичком Дрянинга, но это временно. Сейчас на ней стоит луганочка, новый тепловоз, появившийся в этом году. Эх, каждый раз смотрим и восхищаемся. Потрясающая модель потрясающего тепловоза. Ой-ой, привет. Дядя Никнек очень деликатно проходит кривую. Не мотнуло бы нас по тереховицам, как говорится. Не мотнуло бы нас по тереховицам-то. Ну вот, да. Скорей, скорей, го смотри, как он там поедет. Ту-ту. О, тачка. Джентльмены. В уже известном поселке Болдер-Сити появился автомобильный транспорт. Ту-ту-ру-ту. Жаль, конечно, что мы не услышим начальника транспортного цеха, но ничего-ничего. Модели точилок от моделиста Александра. Фермеры уложили первоклассную дорогу первой категории с улучшенным покрытием. И поскольку их уровень жизни постоянно растет, товарищи энергично закупаются машинами. Увы, это не копии реальных авто, но напишите, как вам такие тачки. Дома теперь размещаются аккурат с двух сторон от самой дороги. Кстати, шоссе можно назвать Route 66. И что же тут появилось новенького? Извольте. Так, ну, домики для кукол и водокачка уже были, а вот пожарку мы показываем первый раз, даже с автомобилями. К сожалению, они ни разу не соответствуют эпохе макета. Уместнее были бы машины на базе ГАЗ-63 или ЗИЛКА-130. Тут же что-то современное и заграничное. Ладно, хоть так. Музыкальный магазинчик у Нюри, где, как известно, торгуют всевозможной атрибутикой психоделического рока. Подробнее об этом в прошлогоднем ролике. Ну вот, абсолютно новое здание. Детский сад под названием Колобо Окей.
интересная работа и даже есть парики. В эти короба необходимо насыпать песок. Главное, чтобы кошки не гадали. Три двери, какие-то грядки, где фермеры выращивают бобы, и лестница в офис Led Zeppelin. Дортек-школа уже была. Здание за год ничуть не изменилось, зато теперь курсанты могут наблюдать скоростные локомотивы депо Лубки, проносящиеся мимо. Мимо белого я, мимо белого. Мимо белого я, мимо красного я. Темная башня из известного романа. Разъезд Петрушина. Все тот же фонарик из опасной бритвы и упаковки от бахил. Дешево и сердито. Часики, которые уже все. А вот еще один новый домик. Почта России. Довольно-таки неплохо. И поликлиника, которую мы наблюдали годом ранее. Ой-ой, дядя Никнек, шибко едет. Сразу ты пехнулись в котелке, а уголь-то так и не загрузили. А ведь мы просили в прошлом году. Эх, что за люди. Котелка старая, а табличка новая. Шутники написали «Камчатка», ибо Цой жив. Крайний домик для кукол, а за ним край земли. Айда на тепловозе кататься. Опять Луганочка. Тут нам подсказывают, что джентльмены хотят подивиться на машины поближе. Не вопрос. Давайте только перед этим ознакомимся с остановками. Как по нам, очень красиво. Всего-то огрызки картона, ПВХ и поликарбоната. Лепота. Это тачка по типу скорой помощи. Жаль, что не RAV22031. Пожалуй, оставим ее здесь. Ну, типа привезла завтраки. Ой, дядя Никнек, привет! Видите, не сбавляя хода. Вот они, ритмы большого города. Прикольный грузовичок, ноунейм. На какую модель похоже, по-вашему? Поставим его подальше, а то стрёмно все в одном месте. И, наконец, друзья, общий вид макета в канун 2022 года. Здорово! А вот еще бы сделать свет в домах и фонарики, и все это заснять ночью. А еще представьте, что у машин загорятся фары и всякие габариты. Забыли сказать, начал строиться переезд, и уже действует переездная сигнализация. Правда, знак какая-то отсебятина. Маэстро не мешает заглянуть в ПДД. Подивившись на макетос, хотим спросить вас, чего на нем не хватает, по вашему мнению? Напишите, пожалуйста, в комментах. Можно еще оценить его лайком или дизом и подписаться на канал. Друзья, товарищи, леди и джентльмены, новый 2022 год уже на пороге. Мы желаем вам, чтобы он стал началом сказочного путешествия в долгую и счастливую жизнь, где всегда будет здоровье, достаток и счастье. Верьте в чудеса. И спасибо, что смотрите наши скромные ролики, оцениваете их и комментируете. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео! С Новым годом, друзья!